Областное радио. Частей последних изменений, насколько нам известно, еще это и появление нового гимна студенчества. Ты мог бы о нем немножечко подробнее рассказать? Вообще, кто стал инициатором создания гимна? Этот гимн студенчества Новосибирской области. Я не знаю, возможно, есть какой-то гимн студенчества там в России. Есть гимн студентов города Амос, о чем нельзя забывать. Но мы решили, что студенчеству Новосибирской области не хватает какой-то песни современной, которая бы объединяла, неформальной, которую можно было бы петь, танцевать на общих каких-то мероприятиях, ну, чтобы она была такая, ну... Одухотворяющая, да. И мы предложили, ну, нашей команде, которая делает бал, ее создать, собственно, и так получилось, что она создалась. Страна должна знать своих героев, Саш, кто, чьи слова, чья музыка, кому сказать спасибо. Гимн скоро услышим, кстати, друзья, не пропустите. Ну, нам в этом помогли наши друзья из Алтайского края, из Барнаула, то есть молодой человек, который зовут Юрий Мещеряков, он участник конкурса «А я люблю тебя, Россия» всероссийского, он написал слова и помог нам с аранжировкой, то есть он сейчас переехал в Москву, и вот его команда помогла с записью и авторством этого гимна. Ну, вокалисты тоже оттуда. Да, 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 все так. Так хочется послушать, правда? Ну, уже немного еще. Появился свой собственный гимн, друзья. Это да, это здорово. Саш, скажи, а есть еще какие-то, допустим, мероприятия для студентов подобного рода? Ну, либо как можно на них, допустим, попасть? Вообще есть у нас какой-нибудь аналог? Спрашивает двоечник, из какого университета? Да ладно тебе двоечник, ни одной тройки, зачетки. Пошутила я, ладно. Ну, ладно. Ну, вообще для студентов очень много проводится мероприятий, причем разной направленности. Если мы говорим про сферу непосредственно молодежной политики, к которой мы относимся, то данным направлением у нас занимается целое учреждение, агентство поддержки молодежных инициатив. У них очень много проектов, связанных со студенчеством. Самый крупный, наверное, из них – это парад российского студенчества, который проходит в сентябре перед, там, ну, в первых числах. Это как посвящение, там, так скажем, первокурсников. Вот в прошлом году он собрал порядка 10 тысяч человек. То есть ребята прошлись от... Ты не ходил? В прошлом году нет. Да. Позапрошлым я там присутствовал. Позапрошлым, да, тоже у нас было. Он как раз позапрошлым. В прошлом году первый раз провелся. Проходит от КПНТБ до площади Ленина, где дается концерт. То есть это такое некое посещение официально первокурсников вузов. Да? Вот это, ну, из самых крупных проектов. Более подробно можно посмотреть у ОПМИ, то есть у них вообще есть полностью студенческое направление, и там, ну, много таких локальных проектов, вузов какие-то. Плюс Лига студенческих клубов сейчас активно развивается в Новосибирской области, ну, у которых тоже есть свои какие-то направления. Дом молодежи, план на 2020 год, может быть, есть какой-то сюрприз, анонс, который ты сейчас готов озвучить в прямом эфире, что-то готовить для города, для студентов? Ну, у нас есть традиционные мероприятия, которые мы будем проводить в этом году. Это наш проект по здоровому образу жизни 100 дней ЗОЖ. Я приглашаю всех в нем участвовать. Он стартанет буквально в марте. Следите за новостями. Также фестиваль молодежной культуры, уличной культуры, именно там как раз-таки очень много студентов принимает участие. Традиционно у нас проходит «Врывайся», он в августе. Традиционно у нас проходит фестиваль студенческих педагогических отрядов «Из лета в лето», тоже в августе. Это как раз-таки все студенты, которые работают в лагерях, да, педагогические работники, собираются все вместе. Там порядка 3-4 тысяч человек приходят, и вожатые, и дети. Вот. Ну и вообще можно подписываться на нашу группу ВКонтакте, Дом молодежи Новосибирской области, и следить за нашими новостями. Первое областное радио.